что там за пацан стоит? Пацан подъехал, смотри. С карабином стоит. Я не вижу. Вон, демка у него. Чё за... Он там... Что он в меры предосторожности. Он не будет стрелять, не бойся. Пока. Точно? Не, если, ну, если ты меня запахуешь, то он тебя убьет. Если все четко, то все нормально будет. Я просто негативный опыт много. И есть патроны. А патроны есть? Есть патроны, есть 23 патрона, если надо. Давай. Ну, сколько они стоят? По сотне? Ну, где-то так, да. А, ну, есть калаши? Туда. Есть калаши? Нет, калаши нет. А то сейчас и в яках это хочу. Нет, только реврики есть, и там дохуя. Но мелочь. Ты подъезжаете? Тогда 15 получается за это все. Да, 15? Горят. Ревик 13 и патроны. Подъезжайте, пацаны, на улице сразу. Подъезжайте. Подъехали? Тульца, Павел, цена. Вы задержаны, да, задержаны, получается, за нелегальный оборот оружия. 12 очков. Блядь, распят, я заебал. А, Адам, возьми пол в наручники. Здорово. На разовые перчатки, ой, открыл трансфер средств, посмотри, как же они нам... Кого взять? Не взял.